Предварительное голосование проходит по самой открытой первой модели, благодаря которой избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Именно из лидеров предварительного голосования, тех, кому доверяют жители нашей области, партия будет формировать список кандидатов для выдвижения на выборы в региональный парламент. Также в этом году «Единая Россия» применила новый вид голосования – электронный. С 30 мая по 1 июня у граждан была возможность проголосовать, не выходя из дома. По нашему округу номер 15 были заявлены 7 человек. Праймерис, в первую очередь, он позволяет выявить сильнейших и уважаемых людей. У нас много достойных кандидатов. Все кандидаты в этот раз, за исключением Михаила Васильевича Лосенко, они беспартийны. То есть они не представляют ни одно политическое объединение. Выборы проводятся за счет политической партии «Единая Россия». Вот, то есть здесь нет ни бюджетных средств, ни местного бюджета, ни областного бюджета, поэтому как бы вот, эта нагрузка ложится непосредственно на партию. В Смоленской области на 8 часов вечера предварительная явка составила около 9,9%. В числе проголосовавших чуть более 70 тысяч человек. Окончательные результаты будут объявлены позже.